Следующая наша тема – это Present Perfect Continuous – настоящее завершенное длительное время. И образуется она при помощи также наших have и has. Затем от нашего perfect идет глагол в третьей форме – это been всегда. И от continuous у нас идет глагол с окончанием ing. Например, I have been образуется она при помощи have, has, been и глагол с окончанием ing. Например, I have been going, или he has been going. При отрицательном предложении после have или has мы ставим отрицательную частицу not, и только затем идет been и глагол с окончанием ing. I have not been going. He has not been going. И при вопросительном предложении на первом месте у нас опять же идут вспомогательные глаголы have или has, затем подлежащее, затем been и глагол с окончанием ing. I have been, have he, стоп, sorry. Например, has he been going или have I been going. Окей. Следующее, когда мы должны использовать это время? Это действие, которое только что закончилось, но результат все еще виден. И не простое действие, а прям какой-то процесс. Например, why are you out of breath? Have you been running? Почему ты так дышишь, да? Почему у тебя одышка? Ты бегал? То есть до этого ты бегал, есть результат налицо. Одышка. Процесс. You look very tired. Have you been sleeping? Ты выглядишь очень уставшим. Ты хорошо спал? Опять же, действие завершилось, процесс завершился, а результат виден сейчас. Уставший. Я уставший, он уставший и так далее. И второе, когда наше действие началось в прошлом, продолжалось какой-то период времени и завершилось непосредственно перед разговором или же до сих пор продолжается. Например, how long have you been learning English? Как долго ты изучаешь английский язык? Начал изучать давно, продолжал все это время и до сих пор продолжаешь. Или же, например, I have been waiting for him for 30 minutes and he still hasn't arrived. Я жду его в течение 30 минут и он до сих пор не появился. Начал ждать 30 минут назад, все эти 30 минут продолжал ждать и до сих пор продолжаю. В чем же различие present perfect простого, да, от present perfect continuous? В present perfect continuous нам важен результат процесса, а в present perfect важен результат действия. Также их различие в том, что в present perfect continuous мы говорим how long, как долго что-то происходило, а в present perfect how much, how many, как много, да. Например, how long have you been reading that book? Как долго ты читал эту книгу? How long? Present perfect continuous. Другой же вариант. How many pages of that book have you read? Present perfect. Простой. Как много страниц этой книги ты прочитал? Вот в этом их различие.